Так, это Lada Vesta Cross, ездит знакомый, на спидометре уже 112 тысяч километров. Я у него спросил, менялся ли ремень ГРМ, он сказал, ни разу не менялся с момента покупки, работает в такси. Мы в спешном порядке, конечно же, все купили, сейчас буду вскрывать, будем смотреть. Только он ко мне заехал, у него хлопнул приводной ремень, заклинил компрессор кондиционера, муфта вот эта обводная. На месте снять не получилось, потому что она там так закисла, пришлось снять компрессор. Здесь уже по факту сняли, выпрессовали, значит, подшипник все развалилось, все шарики выпали. Будем сейчас новый покупать. Попробуем собрать. Здесь, конечно, и муфта какая-то стала вся уже такая погорела, но я думаю, что работать будет. Вот ремешок сам порвался. Так что сейчас вскроем и посмотрим, в каком состоянии ремень ГРМ. Скинул я ремешок, показываю. Стоял Гейтс. Ну, для 112 тысяч пробегу он хорошо сохранился. Я не скажу, что он совсем прям печальный, убитый. Так что заводские ходят, видать, нормально. А вот помпочка с люфтом. Сейчас поменяем, все новое поставим, сальнички заодно поменяем. Ну и все, и будем собирать и ждать уже подшипник для компрессора кондиционера. Привезли нам подшипничек, собрали мы все. Так что работать теперь будет он как новый. В принципе, подшипники есть в наличии. У нас подшипниковая компания. Мы купили вот такой. Это не обязательно сюда, но по размерам 35, 50, 20. Все четко встал. Это так что вестовский компрессор кондиционера. Вот такой вот подшипничек на будущее ставим. И никаких проблем. Вот такой вот комплект ремня ГРМ поставил. Не знаю, клиент сказал, что там на форумах почитал, что он как бы хороший. Ну и такую вот помпу поставил.